заметила. О, вот там кусочек есть, сейчас попробуем. Отлично. Мама себе заказала опять какую-то вязанку с фруктами, а я чизкейк карамельный. Такой большой нам на такой тарелке. Скоро так будем в Москве. С днём рождения. Ну что, в этот раз мы решили съездить в Москву, разогнать тоску на уикенд, сходить на выставку в ВДНХ «Россия». Ну и, как обычно, Красная площадь и Третьяковская галерея. Наконец-то мы в этот раз попробуем ее осилить. Ну да, пусть и дорогая, но искусство дороже. На развалинах вязанки, или как она там, что-то вязанка, по-моему, называется, с фруктами или что-то такое. Ну все, пошли домой. Пошли. Отметили. Чем богат, тем и рад. Но впереди Москва. Да. Это радует. 16-17 декабря. Ждите. Что тебе вот эти понравились? 399 одна штука. Ну, это типа тайгер. Магазин моди. О, часы берем. Че, сколько? 2000. Еще и будильник. Вот мне это нравится. Боже, коровки. Прям как и так освещено. Ну, все такое рождественское. Да, такое-то оно. Баклажанчик вам мне нравится. Приятный такой. Ага, это игрушки. А это светильник. Телевизор, камин. Что, все это Китай? Ну, да, сейчас все Китай делает. Вон какие лампочки. Ух ты, это что такое? Гигантский флеш-мяч. Прикольненько. Ой, какие. Ой, боже мой. Не-не, да, очень... ну такие прикольные. Вот Челсику понравится. Ага, разгрузит. 300 рублей. Обалдеть. Да, она разгрызет это быстро. Кружка-лисичка. Это Челсику кружка. А мне вот эти фужеры. Я в Ленте такие видела. Я бы такой кружечек. Да зачем? Ну, я хватит не нам покупаю, кружечек. Ну, мне очень нравится. Вон с котом прикольно. My love, you are like a hoover. I will love you forever. А, hoover, flower. Вот сумка мне понравилась. Минимализм, keep it simple. За 800 рублей. Пижама. 3000 пижамка. Глобус. Пурагел. Вот это котик. Класс. Желтый. Вот баночки, как ты любишь. Ну, нет, нет. Ой, яблоко красное нашла. А то там зеленое тут. Крошку. Нет, крошку нет. Нож для пиццы. Конечно, сейчас везде весь мир Китай. Весь мир Китай. Хороший лозунг. Голуби такие прикольные, мне нравятся. Весь мир Китай.
Ну потому что все. Весь мир Россия. Все Китай производит. Ну, хочешь себе? Ну да ладно, возьму. При условии, что ту не будем брать. Не-не-не-не. Осторожно. А если ту будем брать, то. Я говорю, при условии, что ту не будем брать. Тебе можно одну такую. А если эту не будем брать, то ту будем брать? Нет, тогда вообще ничего не будем брать. Ну это тебе осторожно. Тебе это нравится? Я вижу. Да. В мою коллекцию у меня же все из этой серии. Да, только, да, правда, спиртное, а это гель для душа. Что только не придумай. Ну, тоже Китай? Да, все Китай. Ну пусть, давай, маме именинец. Ну, выбирай получше бутылочку. Вот есть шампанское. Надо. Розы. Ну, если не надо, то положи обратно. Давай договоримся, что мы тебе купим кружку, но другую. Нет, мне только это. Мне другие не нужны. Ну, в другой раз другую найдешь. Это некрасивое. А мне? Вообще ни о чем. Короче, нет. Минималистично. Вот так и живем. Нет. Я сказала нет. И все тут. Демонстрирует тут свое. Да я знаю, что ты большуха, но. Мам, купи, Настя, купи, Настя. Положи. Либо это, либо. Нет, кружку нет. Либо ничего. Да, я тоже поставлю. Что-то леденец. А кружка, из кружки я бы пила. А что ты там пить-то собралась? Фруктовый напиток хочешь? Ничего. Арахис, вон как прикольно сделано. Имбирно-медовое печенье. Сладкая почта. Да, я видела. А вот имбирное печенье. Не хочешь прянички? А если будет шотбред? Шотландские печеньки. Да, шотландские хочу. Но она сказала, тут Россия и Китай. Вот мама с утра сходила за подснежниками. Купила Настике гвоздички. А то никто даже цветов не подарит. Ну и купили мы в магазине маме кружечку и Насте кружечку красивую китайскую. Вот так и живем.